В общем, ночью, ну, когда уже стемнело, начался дождь, и чуть-чуть, и вода оттуда подступила вон туда, ко мне, к палатке. Схватил и быстро побежал переносить. А у меня внутри стояла банка с соленой водой. Но я про нее забыл, и она разлилась прям в палатку. Я поставил сюда, ну и спокойно воду очистил. Было все мокрое, но нормально. И через пару часов, наверное, я просыпаюсь в луже. Вода подошла вот так. Все было, короче, в воде. К счастью, телефон не попал в воду, он стоял вертикально, вверх тормашками. Поэтому как бы обошлось. Но пришлось переставляться вот туда, в помойку. Там я выгребал еще дольше и потом выгонял еще этих маленьких попрыгушек. Я не знаю, что это за насекомые такие. Очень весело, все мокрое. Поэтому сейчас вот вышло солнце. Можно посушиться. Фу. Да. Не сразу я уснул. Не ожидал я, что прям сюда вода подходит. Но вообще, когда приходишь на пляж, лучше посмотреть по мусору. Он обычно весь уплывает, и линию видно вот сейчас вот. Ну, после сегодняшнего этого прилива видно. А так, конечно, фиг его знает. Ребята, что разлеглись? Что тут? От жары типа. Хорошо, да? Все, возвращаюсь я в поселок. Вода, сок, все дела. Ну, сегодня по плану у меня горы. Надеюсь, дождь не пойдет. Вот. Там 1,5 километра. Искупаться в пресной воде. То мои руки все уже соленые. Я весь соленый. Как будто я уже отмираю потихонечку. Как-то чувствительность уменьшилась. Короче, первый раз они сделали скидку. Я не знаю, сказал 15, потом за 10 продала. Но сразу же мужик, сочник, какой-то дед, блин, решил с меня содрать 20 за сок. А зачем мне такое счастье? За 20 за сок, когда можно купить 2 за 20 у женщины там. Короче, идиотизм. Ну, вот можно сказать, меня наили. Стакан в 2 раза меньше, чем у тех мужиков. Ну вот, вот тебе и белое лицо. Я контролирую, но тут забылся. Короче, вот в центре тут надо всегда узнавать, что стаканы. Смотреть, какие стаканы. Стаканы, короче, фейс-контроль проходят. Классный дом. Вот, называется «Любовь к деревьям». Охренеть. Классач. Ну, все, вышел уже напрямую, можно сказать. Тут вот уже другая атмосфера, горная. Тут идет речка пересохшая. Блин, мне кажется, сейчас я не найду там никакой воды. О, собак только найду. Ой, что-то вверх тяжко. Сока мало пил, 2 раза меньше, чем надо было. Уже до буддийского храма дошел. Прикольно, они сделали на маленьких камешках. Инсталляция вообще. Кайф. Ох. Вот и водопадики. Ну, там где-то можно искупаться снизу. Что-то все люди наверху. Значит, там тоже есть ванночки. Ну что, вот я и на мосту. О, тут вообще все заросшее. Ни хрена вообще. Ого. Высоко. Ничего себе. Давайте. Смотрите. Это гарден. Хеллоу. Ну что, вот стоянка. А вот источники. Надеюсь, бесплатные. 39. Такое место классное, но засратое. Не хотят делать из него нормальное отдыхательное. Ну вот, можно уже джакузи устраивать. Опасно туда перебираться, можно все утопить. Вон уже дорога. Теоретически можно бы было выйти прямо на нее. Вот там срачи, люди явно там тусуются.
так обходят, там купаются. Офигеть, целое озеро. Классно. Ну тут проточное, тут прикольно купаться. Так тут, конечно, бомба. Классные камни, по ним можно запросто лазить, удобно. Они прям как ступенечками сделаны. Это тут джакузи, вот тут прям садиться и сидеть. Мне кажется, это идеально. Ты не вывалишься. Теперь полная картина. Класс. Там, я смотрю, дальше еще ванночки есть. Поэтому, возможно, я лучше пойду там. Тут как-то все вот это вот выглядит. И, конечно, можно размахнуться, хорошенько поплавать. Вот, ну... Там, может быть, можно полежать спокойно. Все, а вон уже и дорога. Тропинка. Я думаю, есть. Плыть не придется. Хорошо, там уже раз-два и уже вышел. Купался, что забыл, что сумки-то нет у меня. Лежала там. Хорошо, там никто не ходит. Этот камень запросто можно использовать для палатки. Вот так. Это отличное место. Ну что, раз уж я так быстро собрался из-за своей пропажи, то можно идти. Дождик вроде кончился. Ох, я чуть-чуть не дошел. Тут еще красивее. Тут вообще идеально. Мусора нет. Кайф. Дальше. Короче. Круто. От дороги вон спустился и все.